Здравствуйте, с вами я, руководитель детской студии мультипликации «Аниматика» Екатерина Юсупова. Если у вас появилась идея сделать собственный мультфильм, замечательно, значит самое время определиться с сюжетом. Для этого вам необходимо ответить на следующие вопросы. О чем будет ваш мультфильм? Это будет короткая сценка, либо серьезный сюжет? Сколько в фильме будет героев? Один, два или может целая компания? И кто же будет главным персонажем в вашем мультфильме? Какая проблема будет стоять перед вашим героем и как он ее будет решать? И сегодня я хочу вам рассказать, с чего же начинается написание сценария вашего будущего мультика. Ведь сценарий – это не просто описание событий мультфильма и диалогов героев, но и ваша дальнейшая подсказка для создания и монтажа вашего будущего мультфильма. Итак, написание сценария включает в себя описание места события, описание героев – это внешние качества, черты и характер, действия героев, диалоги, сторонние события. И, конечно же, основная мысль вашего мультфильма – какую мораль он будет нести – это очень важно. А теперь попробуйте сесть и написать свой сценарий, ведь это совсем не сложно. Следуйте этим пунктам, и у вас все получится. А в следующем видеоуроке вы подробно узнаете, что такое раскадровка и для чего она нужна. Пока-пока!